Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать вам, как можно поменять данные, если вы ошибочно при регистрации ввели неправильные данные компании BIC при регистрации. Итак, мы заходим в личный кабинет, вводим номер дистрибьютора, пароль. И справа видим профиль. Нажимаем. Мы можем изменить только те данные, которые у нас не отмечены красной звездочкой. Мы можем изменить пароль, но информацию, такую как фамилию и имя, мы поменять не можем. То есть, видите, вот эти все данные мы можем поменять. Почтовый индекс, мобильный телефон. Еще какой-то телефон добавить дополнительный. Почтовый адрес, Skype и адрес регистрации. Ну, давайте, допустим, 295 единицы, 49-48, mail, сейчас попробуем, да, например, и так сделаем. То есть попробуем поменять все. И сохранить. Теперь мне придет смс, и когда придет смс, я введу код и нажму подтвердить. Таким вот образом можно сохранить, мы не будем ждать, да, но я просто вам показала, как это можно сделать. Если же, допустим, вы хотите поменять, например, фамилию, имя, отчество, вы заходите в раздел «Бизнес-информация», «Обратная связь». Заполняете все данные и в сообщении пишете: «Хочу поменять имя такое-то на имя такое-то». Не забудьте написать здесь номер дистрибьютора. Не забудьте написать ваше имя, имейл, город, населенный пункт, тему выбрать, техническая поддержка или же запрос информации. Поставить галочку «Я согласен с условиями, я не робот» и отправить. Вот таким вот образом можете поменять данные.